Итак, начнем вот с чего. Хотелось бы заметить некоторую интересную деталь, а именно то, что ко мне в процессе моей повседневной деятельности в интернете обращается достаточно большое число людей с одним и тем же практически вопросом. И спрашивают меня эти люди вот о чем. Спрашивают они меня о том, легко ли зарабатывать в международной системе финансовой взаимопомощи Gold Line International. Именно так они и спрашивают: Александр, легко ли тебе вот зарабатывать, да? То есть заработал ты уже достаточно много, а легко ли это? Сможем ли мы это сделать? И отвечаю я, в общем-то, достаточно правдиво. Отвечаю я следующее: то, что зарабатывать в системе Gold Line для меня, ну, просто исключительно легко, и легко это делать только потому, что все, что для этого нужно делать, то есть все, что нужно делать для того, чтобы много и часто зарабатывать в системе Gold Line, это всего лишь навсего приглашать. Действительно, я вот так вот и говорю, да, то есть все, что нужно делать для того, чтобы здесь зарабатывать, это приглашать. И поэтому это очень и очень легко. Ну а если более детально говорить, да, то все, что нужно делать, это всего лишь навсего делиться с людьми информацией о том, как работает система Gold Line. Пригласить их на наш замечательный официальный сайт. Сразу же человек получит в глаза, перед ним возникнет информационный видеоролик, с ним он сможет ознакомиться и для себя понять, как работает система Gold Line. Все, практически больше ничего делать не нужно. И в моих словах сейчас нету ни доли иронии. Хотя кто-то из вас, наверное, хотел бы сейчас сказать поперек то, что вам, если вы так скажете, вам, конечно же, люди скажут, что, ой, здесь нужно приглашать. И как-то это будет звучать не совсем хорошо. А именно будет какой-то подсмысл, то, что приглашать для людей это почему-то может быть стыдно, может быть как-то напряженно у них с этим, может быть сложно, может быть они не умеют этого делать. Но тем не менее, когда люди слышат о том, что здесь нужно приглашать, не у всех, а даже сказать правильнее, у большинства срабатывает какой-то тумблер в голове, да, то, что нет, это мне не подходит. То есть то, что подходит мне, и то, что я считаю, для того, чтобы стать миллионером, если вам нужно всего лишь приглашать, это очень и очень хороший способ заработать эти деньги, да? То есть приглашать это не какая-то каторжная работа. Так вот, это хорошо для меня, но это не хорошо для масс. И точно так же это, наверное, очень и очень легко для многих из вас, поскольку, ну, не скрою, наверное, у вас достаточно большой опыт работы и в сетевом бизнесе, и в различных партнерских программах, и вы это прекрасно понимаете, что в этом нет ничего зазорного, и на этом делаются очень хорошие деньги. Но для широких масс, которые с этим не знакомы, конечно же, это, ну, камень преткновения, так сказать. Так вот, друзья, сегодняшняя наша конференция посвящена очень и очень эффективной методике, которую мы с нашей командой замечательной тестируем ближайшую неделю. А, вернее, наверное, прошедшую, сказать, неделю. Мы ее упорно тестировали. И вы знаете, результаты просто ошеломили. Ошеломили не только меня, но и, наверное, всех принимающих в ней участие в этом самом тестировании этой методики. А именно результатом стало то, что мы фактически перестали приглашать людей в систему Gold Line. То, что казалось бы здесь нужно делать, да, мы перестали это делать. И как закономерный результат нашей методики, мы, в общем-то, этого и ожидали, люди сами начали обращаться к нам с просьбой рассказать им подробнее о системе Gold Line и с дальнейшей просьбой помочь им в ней скорее же зарегистрироваться. То есть действительно это возможно. Это, может быть, не укладывается в голове, да? Как это так?
Мы с вами никого не приглашаем, а люди сами связываются с нами и просят рассказать им подробнее, просят ответить на их вопросы. Согласитесь, когда человек сам к вам обращается, это уже совсем другое дело, да? Вы не испытываете никаких проблем с тем, чтобы очень спокойно ему все объяснить. Прежде чем я расскажу подробнее о самой методике, я хочу немножечко погрузиться в саму психологию этой самой проблемы приглашения. А почему вообще приглашение – это нечто сложное вообще само по себе, да? То есть для кого-то это легко, но в большинстве случаев это не так просто. Смотрите, дело все в природе человека. Наверное, каждый из вас, кто в школе хорошо, как минимум, учился и знал такой предмет, как физика, знает третий закон Ньютона или Ньютона. Звучит он следующим образом. Сила действия равна силе противодействия. Ну и вот в приглашениях, в общем-то, этот закон также работает. О чем я хочу сказать? Когда вы подходите к человеку с каким-либо предложением, вы его выводите из равновесия. То есть вы ему что-то предлагаете. Вы на него практически своей информацией оказываете некоторое силовое воздействие. И, в общем-то, возникает закономерная реакция. Отторжение этой самой информации. То есть, поскольку человек выводит из равновесия, он стремится в это равновесие вернуться. И в большинстве случаев он старается этой информации вашей возразить, то есть найти возражение. Как вы понимаете, приглашение в систему Goldline имеет достаточно много открытых мест для того, чтобы такие возражения на первый взгляд нашлись, да? То есть и поэтому людям очень легко вам возражать. Так вот, наша методика, называется она «приглашай, не приглашая», полностью исключает вот такое вот силовое воздействие на психику человека, когда вы его куда-то приглашаете. Человек не получает от вас никаких приглашений, он сам находит информацию, сам с вами связывается и сам просит вас рассказать. То есть силовое воздействие от него получаете уже вы. Но поскольку вы к нему готовы и для вас это хорошо, то, конечно же, никакой проблемы не возникает. Кроме того, в интернете аналогичные методики уже давным-давно используются, и носят они коммерческий характер. Называется это в рекламных агентствах по-разному, но, в общем-то, носит оно одно название официально. Это создать информационный шум, создать общественное мнение, создать мнение о каком-либо продукте, о каком-либо сервисе или о какой-либо компании за счет использования подобных методик. Давайте теперь ближе к тому, как же работает наша с вами методика и где она работает. Ну вот мы все здесь с вами находящиеся, практически, наверное, все, хотя присутствуют, наверное, и новички, это очень приятно. И вот для тех, кто не является участниками нашей компании, я хочу сказать, что слушайте меня внимательно, и вы поймете, насколько просто вы в ближайшие месяцы начнете зарабатывать тысячи и десятки тысяч долларов. Впитывайте эту информацию, и чуть позже даже вы сможете еще более подробно к этой теме вернуться, со своими пригласителями это все обсудить. Так вот, работает это все с помощью командного взаимодействия. И работает это на платформе социальных сетей. Что такое социальные сети? Социальные сети – это очень удобные площадки для тесного взаимодействия людей, совершенно незнакомых людей. Ну и, соответственно, это очень хорошие площадки для донесения информации, для обмена этой информацией. Ну а поскольку мы с вами говорим о том, что мы не хотели бы навязывать что-либо и не хотели бы приглашать, то обмен этой информацией должен происходить пассивно. Как именно он может происходить пассивно, без вашего
прямого контакта в качестве приглашения, да, можно так сказать, скрытой рекламой. Да? Мы говорим о скрытом взаимодействии. Так вот, методика заключается в следующем. То, что вы взаимодействуете с командой партнеров, создаете в социальных сетях, мы сейчас будем говорить на примере социальной сети «Одноклассники», но эта методика применима к абсолютно всем социальным сетям. Я хочу, чтобы вы это знали. И ВКонтакте, и Facebook, и Twitter, и даже YouTube, и много-много-много других социальных сетей, социальных сервисов и даже блогов. Это командная взаимоподдержка. Смотрите, что вы делаете. Вы никого не приглашаете в GoldLine, а вместо этого вы оформляете свой профиль в социальной сети подобающим образом, пишете в своем статусе некое объявление, но не рекламного характера. Оно должно выражать ваши чувства, ваш восторг системой GoldLine, либо, может быть, что-то еще. Да, это все от импровизации зависит. Мы чуть позже вернемся к подробностям. И далее ваши партнеры по команде начинают комментировать ваш статус. Начинают комментировать ваш статус и, конечно же, делают это достаточно положительно. Они не переступают через себя при этом, они не врут, что самое главное, да? То есть, все мы знаем, что участие в системе GoldLine – это хорошо, прибыльно и не нарушает каким-либо образом закон. И поэтому все партнеры вашей команды с удовольствием оставляют вам положительные комментарии о вашем статусе и, может быть, фотографиях и так далее, и так далее. И что происходит дальше? Вы, в свою очередь, точно так же начинаете взаимодействие с другими участниками, то есть комментируете, оставляете свои отзывы, оценки, плюсики, классы, лайки, нравится и как угодно это можно назвать. То есть оставляйте как можно больше о себе следов в различных профилях участников и начинайте приглашать новых друзей. Приглашение новых друзей – это самый ответственный момент. Ежедневно вы приглашаете определенное количество друзей, которые находятся в онлайне. И эти друзья, приглашение в друзья, соответственно, оно не является каким-либо спамом, не является каким-либо навязчивым предложением тех или иных услуг или чего-то еще, да? То есть вы просто приглашаете в друзья. Человек, соответственно, видит, что его приглашают в друзья, и достаточно часто он интересуется, кто же его приглашает в друзья. Когда он заходит на вашу страничку, он видит, что у вас какой-то интересный статус, незнакомый ему, что вы где-то интересно получаете по 10-15 долларов от каких-то людей в подарок, и что к вашему статусу еще очень большая гора положительных комментариев других людей. И у человека возникает очень естественная реакция, то что что-то где-то происходит без него. А вы сами знаете, что боязнь чего-то пропустить, она намного больше боязни чего-то приобрести. Поэтому человек очень даже начинает эту тему изучать, находит ссылку в вашем профиле, вашу, конечно же, реферальную, проходит по ней, смотрит видеоролик, понимает, что ага, много людей получают здесь деньги, обманом здесь не пахнет. Так скорее же надо самому участвовать. Это происходит настолько часто, насколько эффективно и интенсивно вы ведете эту работу. Давайте посмотрим сейчас на картиночке и более детально попробуем это рассмотреть. Я загружу профиль в Одноклассниках. Хотя, признаюсь, я не сильно любил раньше эту социальную сеть.
Вот, но тем не менее, сейчас я очень много здесь интересных моментов для себя почерпываю. И для развития этой методики мы именно социальную сеть Одноклассники выбрали для ее старта. Ну что ж, вот здесь вот профиль. Смотрите, как все просто, да? То есть вы составляете свой профиль, вы делаете какой-то интересный статус. Вот на примере, как у меня сделан, да? То есть я снял видео, выложил его на видеосервис, в данном случае Vimeo. Можете на YouTube выложить, неважно, да, это очень сейчас просто и каждый умеет делать. И пишите к нему какой-то комментарий, да. Вот, например, я написал, отошел на 6 часов от компьютера, пришел и был приятно удивлен. Отчего же не радоваться, если каждый день тебе переводят по 300-500 долларов? Люди, наверное, да, смотрят с удовольствием видео. И что дальше, да? Видите, что здесь уже есть достаточное количество комментариев, здесь уже поставлено достаточное количество отметок классно. И к чему это у нас ведет все? Ну, давайте подробнее посмотрим, то есть как это примерно видит человек, который заходит в профиль. Он начинает читать переписку и видит, что действительно здесь нету практически ни одного какого-то отрицательного комментария, что очень много людей солидарны с автором этого статуса, и у человека возникает желание с ним, конечно же, ознакомиться. И возникает очень и очень большое доверие, поскольку, ну, наверное, не в обиду будет сказано, человек – это такое стадное животное. Действительно, это так. И общественное мнение всегда играло очень и очень большой авторитет. Нежели вы в одиночку пойдете сражаться с десятком негативно настроенных каких-то людей, и сами прекрасно понимаете, что из этого получится. Когда вы выходите на форум, оставляете сообщение, вам сразу вслед 5-6 отрицательных комментариев, и все, вы уже ничем не можете здесь козырять. Вот, здесь же совсем другое дело. Отрицательно здесь писать просто никто уже даже и не захочет. Дальше. Чем еще здесь все хорошо? Когда вы комментируете, когда вас комментируют, у ваших друзей система отмечает историю новых сообщений в тех переписках, в которых он участвует, либо в которых участвуют его друзья. Видите, здесь в данный момент я одну из них открыл, и в левом столбце их много, видите, да? То есть, когда вы добавляете в друзья новых людей, и они подтверждают то, что готовы стать вашими друзьями, то вы тем самым уже пассивно подписываете их на получение уведомлений о каких-то ваших переписках. О том, что вы публикуете какой-то новый статус, о том, что вы публикуете новый праздник и события и так далее, и так далее. И они, конечно же, получают уведомления. В разных социальных сетях это происходит по-разному, но суть примерно везде одинакова. Так вот, видите, да, то есть вы можете вернуться всегда в эту переписку, посмотреть, что здесь нового, система вам об этом сообщает. И вступить в какой-то диалог, либо, может быть, в дискуссию, выяснить, кто на самом деле здесь прав и куда нужно стремиться. Партнеры вам с удовольствием в этом помогут, и все встанет на свои места. Как вообще происходит у нас с вами командное взаимодействие? Командное взаимодействие происходит, во-первых, через наш форум, на котором мы сделали специальный раздел, посвященный данной методике. Я прошу сейчас модераторов скинуть адрес нашего командного форума. На нем вы без труда найдете раздел, посвященный данной методике. В данном разделе разрешено выкладывать свои профили в социальных сетях. То есть любой новичок может и, наверное, должен это сделать, если хочет быть успешным. Он выкладывает там свой профиль, он дублирует, или его спонсор, находящийся в командном чате Skype, дублирует этот профиль
чтобы его поддержали уже после того, как он опубликовал какой-то статус, да, и сразу же человек получает достаточно большое количество комментариев положительных. Дальше все развивается по уже описанному сценарию. Все очень и очень просто. То есть вы можете, если даже вас нету в наших каких-то общих чатах Скайпа, каждый спонсор должен создавать свои, наверное, чаты в Скайпе, может быть, в каких-то других программах, то есть объединять таким образом свою команду и создавать вот такое межкомандное взаимодействие, то есть взаимную поддержку. Но когда вы уже добавляетесь в друзья к действующим участникам, то, в общем-то, наша команда приобретает все больше и больше объемы в сети, и больше людей попадают под действие вот этого вот оповещения, да, так сказать. То есть сами о том не зная, люди получают от нас уведомления. То есть уведомления они получают от социальной сети, которая их с удовольствием уведомляет о том, что в системе GoldLine все хорошо, и заставляет их каждый день задуматься о том, что неплохо бы и им там оказаться. Эта методика работает. За предыдущую неделю, которую мы начали ее тестировать, я не думаю, что мы сейчас каким-то образом исчерпали все уже возможности. Я думаю, что только на 10% от потенциала мы сейчас ее испытали, но доход вырос вот лично у меня в 2 раза. То есть если до этого в день поступало 200-300 долларов, то сейчас это 400 и $700 соответственно. Где-то вот в этих пределах ежедневно поступает общее число переводов. Я думаю, что много людей из вас еще в этой методике не участвуют по каким-то причинам, и ждать, конечно же, не нужно. Давайте рассмотрим основные положения, которые говорят нам о том, что же нужно делать. Давайте последовательность действий и вообще о том, что нужно делать в данной методике. Можете записать сейчас, заскриншотить. Ну и я думаю, на видео у нас будет это записано. В любом случае, давайте начнем. Как же нам начать участвовать в методике «приглашай, не приглашая»? Ну и если это касается вашего новичка, то что нужно делать ему? И в чем нужно вам помочь ему? Первое самое. Это нужно создать и заполнить свой профиль в социальной сети. Я написал здесь заполнить его по-человечески. Это очень важный момент. Ваш профиль должен содержать по максимуму информацию. Это фотография, это максимальный набор контактной информации, информация о вас, о ваших интересах, увлечениях. То есть профиль должен выглядеть как профиль нормального человека, который уже давно в социальной сети и не пришел сюда ради какой-то цели по приглашению, только лишь по приглашению, да? Фотографии не нужно использовать какие-то аватары. Используйте исключительно живые фотографии. Не нужно там рисовать по возможности никаких экстра знаков, голдлайнов и так далее. Это мое мнение, конечно же, вы можете это делать, но вот это мое мнение, что профиль должен выглядеть по-человечески, а не представлять из себя рекламную этикетку изначально. Запомните, наша методика приглашать не приглашая. Второе, что мы делаем? Мы приглашаем друзей, но прежде чем мы начнем приглашать друзей, всех остальных, да, изначально нужно вам создать командное взаимодействие. Поэтому вы начинаете с добавления в друзья и комментируете уже существующих партнеров Goldline. Ну и они в свою очередь делают то же самое. То есть вы можете в личку написать партнеру, чтобы он помог вам каким-то образом, прокомментировал вас, ну или в чат, или опять же на форум обязательно добавляйте свои ссылочки. И каждый новый партнер, извините, который приходит в эту методику, он пробегается по всем этим ссылочкам, добавляет в друзья существующих партнеров и начинается командное взаимодействие. После того, как вы уже поставили себе
статусы получили, вы можете добавлять друзей других. Но давайте не будем перескакивать. Шаг номер три. Когда вы комментируете своих коллег, то не забывайте не только оставлять комментарии, но и нажимать на соответствующие кнопочки. Класс, лайк, нравится или как то бы ни было, называется в разных сетях. Но вы понимаете, о чем я говорю, да? Это также добавляет конверсии по взаимодействию ваших комментариев среди ваших друзей. То есть они их начинают видеть. Добавляйте в друзья, когда вы начинаете добавлять в друзья людей, которые не являются партнерами, то есть вы начинаете уже делать свою рекламную деятельность, так называемую скрытую рекламу, вы добавлять в друзья должны только тех, кто находится в онлайне. Не надо добавлять тех, кто офлайн. Во-первых, здесь существуют в социальных сетях антиспам политики, то есть политика существует и имеются определенные ограничения на добавление новых друзей, а именно запросов на добавление в друзья в сутки и, наверное, вообще. Я не знаю точных значений, но они есть. Так вот, если вы будете добавлять тех, кто не в сети, вы просто-напросто свой лимит быстро исчерпаете, и ничего у вас не выйдет. Ну и, в общем-то, зачем вам те, кто к компьютеру не подходит, да? Нам нужны живые люди. С ними мы собираемся общаться и взаимодействовать. Поэтому видите человека в онлайне, добавляете его в друзья и моментально получаете реакцию, да? Вам не нужно ничего ждать, вы сразу же эту реакцию получаете. Как только добавили человека в онлайн, не надо ничего ему особо писать, да? То есть не надо изображать из себя заинтересованного человека, добавили в друзья, все. Дальше человек, скорее всего, сам уже свяжется с вами. Кроме того, помимо добавления в друзей, возьмите за правило оценивать фотографии и комментировать их. Это очень и очень хорошо всегда проявляется в оповещениях, то, что ваше фото оценил вот тот-то человек. К вашему фото добавлен новый комментарий вот от того-то, да? То есть в ваших комментариях не должно быть, опять же, никаких намеков на какую-то рекламу. Вы просто оставляете следы, да? Вы просто следите и оставляете о себе напоминание как можно в больших случаях. Поверьте, это в итоге даст конверсию. Люди начнут по вашему профилю переходить, если вы, конечно же, поставите там нормальную фотографию, интересную фотографию, а не какую-то рекламную аватарку. Дальше. Создавайте различные события, мероприятия, праздники и так далее. В социальных сетях, в различных вариациях существуют такие приложения или как это назвать, функции, которые позволяют вам добавить новое событие. Что у вас сегодня произошло, например, да? То, что вам сегодня пришло $10. То есть мне подарили $10 из Бразилии. Черт возьми, да? Вот вы раз и сделали событие. Ваши друзья об этом получили уведомление, пошли посмотреть. А там уже куча комментариев, что не только вам, оказывается, $10 из Бразилии пришло, а еще куча разных партнеров. Да, люди сразу начинают: ой, ничего себе, а мне почему-то не пришло, ну-ка дай-ка разберусь. Вот, так оно работает, да, события, мероприятия можете создать, то есть конференция, там, что у вас запланировано, допустим, получение там $100 на завтра, да, или, может быть, праздник какой-то у вас случился, новый партнер там заработал $500, вы за него очень рады. Много-много всяких разных интересных, может быть, возможностей здесь. Мы все, конечно, не сможем оговорить, а на нашем форуме мы это стараемся обсуждать, поэтому не стесняйтесь в обсуждениях на форуме это все описывать и делиться своим опытом. Ну и, конечно же, когда вы мероприятия создали, пригласите на них своих друзей, иначе они могут не узнать про них. Добавляйте обязательно, то есть делайте полноценно свой профиль и добавляйте видеоролики, фото, скриншоты,
и приглашайте партнеров по команде их комментировать. То есть с партнерами вы можете заочно общаться по каким-то мессенджерам, да, или, может быть, в личных сообщениях. Сказали, вот я опубликовал видео, дружище, прокомментируйте там, да. Вот, люди прокомментировали. И если ваше видео имеет хорошую обложку, хорошее описание, то поверьте, люди, которые ваш профиль просматривают, они с удовольствием обратят на него внимание и его посмотрят. Поэтому делайте свои видео, создавайте их сами. Если кто-то не умеет, то на нашем форуме мы также опубликуем, если она еще не опубликована у нас, ссылочку, как создавать свои видеоролики. По-моему, Александр Сысоев проводил уже у нас конференцию на эту тему. Есть программка очень простая, и вы сами можете снимать. Ну а если вам снимать нечего, выкладывайте те видео, которые имеются. Можете выкладывать видео своих спонсоров, партнеров, друзей и так далее. Вот. Ну и еще интересные какие-то моменты могут быть. Вы можете установить дату дня рождения на ближайшие дни. И если вы видите, что вы за это время приглашали достаточно большое количество друзей, и у вас наступает день рождения, то поверьте, все эти друзья получат уведомление о том, что у вас день рождения. И это опять же дает интересную конверсию. То есть переходят люди в ваш профиль и смотрят. Вам нужно всего лишь навсего, чтобы ваш профиль смотрели. Ну, а для этого вы ваш профиль, конечно же, делаете визуально очень хорошим. Это были мои личные пожелания к тому, что нужно делать. Это далеко не полный список. Я прошу не оценивать его как какой-то обязательный план. Можете от него отклоняться, можете его дополнять, и это очень даже хорошо будет. Вот, это всего лишь навсего минимум, тот минимум, который нужно делать. Ну и 10-й пункт, я не зря это отметил, это нужно делать регулярно. Я написал здесь ежедневно, вы можете регулярность для себя определить сами, можете раз в 2 дня, можете раз в неделю, можете раз в час, но чем чаще вы делаете эту методику, повторяете день ото дня, приглашаете друзей, комментируете сами, оставляете следы о себе как можно шире, как можно в большем числе комментариев, тем эффективнее для вас начинает работать эта методика. Конечно же, не нужно ждать, что она с первого дня вам даст сотню партнеров, но чем плотнее вы закрепляетесь в социальных сетях, тем уже ваша популярность набирает обороты, и больше просмотров вы ежедневно получаете. А теперь давайте посмотрим, чего же делать не нужно. Потому что вот это было, что делать нужно. А есть еще и те действия, которые ни в коем случае нельзя допускать. Есть у нас вот такие правила. Во-первых, никогда не указывайте свои ссылки в чужих комментариях. То есть, если вы комментируете другого партнера, другого участника, не используйте, пожалуйста, его обсуждение для собственной рекламы. Это противоречит полностью правилам методики, это нарушает командное взаимодействие. Ну и я думаю, вам самим было бы очень сильно неприятно, если бы кто-то под вашим статусом начал рекламировать бы свою ссылку, да? Поэтому давайте примем это как кодекс чести, и никаких ссылок, никаких номеров сертификатов, никаких вообще поползновений к тому, чтобы каким-то образом переманить из данного диалога к себе потенциального клиента делать не нужно. Делать это бескорыстно, и люди будут точно так же относиться по отношению к вам, и все будет замечательно. Вторая ошибка, которая замечена неоднократно на протяжении тестирования методики на этой неделе, это то, что некоторые копируют комментарии. То есть напишут какой-то комментарий и давай его штамповать по всем друзьям. Друзья, не делайте так. Это очень и очень плохо, потому что вы тем самым нарушаете целостность
самой методики. Люди, которые читают вас, они читают не только вас, они читают и те самые комментарии, куда вы запостили свою копию. И картина для них становится достаточно очевидной. То, что вы просто-напросто все это дело, ну, подставу делаете, да, можно так сказать, и это перестает работать. Поэтому, если вы желаете прокомментировать, то, пожалуйста, вникните в суть комментария и добавьте свой ответ именно по сути. Сделайте его уникальным. Не надо там писать поэму, но ни в коем случае не копируйте, иначе вы все испортите сами себе, ну и другим тоже. Третье. Замечаю ошибку, опять же ошибку на мой взгляд, я думаю, что вы сейчас со мной согласитесь. Люди в своих статусах пишут рекламное объявление. Друзья, наша задача никого никуда не приглашать. Эта методика, она исключает приглашение. Вы же прям в ней нарушаете, в общем-то, эту суть. И в результате недополучаете нужного внимания со стороны клиентов, которое могло бы быть. А его нету, хотя вы вроде бы думаете, ой, а я вроде как написал интересную завлекуху какую-то в своем статусе, да, а она почему-то не работает. Ваш статус не должен являться рекламным сообщением. Люди это очень тонко чувствуют. Когда вы их пригласили в друзья, и они в вашем статусе увидели рекламное сообщение, ну, вы же сами по себе понимаете, да? Когда вы это видите, вы сразу же уходите с этой страницы и понимаете, для чего вас добавили в друзья. Не должно этого быть. Все должно у вас быть очень естественно. И для этого ваш статус должен также быть достаточно естественным. Кроме того, ну, можете описать там какие-то свои чувства, какие-то свои восторги. Можете свое негодование по какому-то поводу написать, чтобы это выглядело естественно. Но ни в коем случае... Опять же, да, не создавайте четкого рекламного объявления, как делают это многие. Я не буду сейчас комментировать, я думаю, вы сейчас сами быстренько вспомнили, ой, а что же у меня там написано, да? После конференции обязательно зайдите в свои статусы и посмотрите, что вы там написали, друзья. Это противоречит методике. Пишите очень просто, пишите коротко. Это будет намного лучше, чтобы это выглядело естественно. Получили $10, напишите об этом. Можете даже не писать там адрес сайта. Многие говорят, а как мне в статусе вписать ссылку? Да не нужно вам ее вписывать, впишите вы ее в свой профиль. Найдут люди вас, они вас изучат, если им это нужно. Обратятся в конце концов, вы им уже в личном сообщении эту ссылку отправите. А вот когда у вас в профиле ссылка реферальная стоит, ну, вернее, не в профиле, а в статусе, это все становится ясно, да, для чего вы этот статус написали. Дальше. От некоторых слышу, что нужно часто менять статусы. Ну, может быть, конечно, менять-то их и нужно, но делать это раз в час и раз в день, поверьте, нету никакого смысла. И это по нескольким причинам. Самое главное из них – это то, что статус, который у вас стоит дня 2-3, на нем достаточно большое количество комментариев уже от ваших партнеров по команде, да, и лайков и так далее есть. Вот. И люди, которые этот статус видят, они видят эти комментарии. Любой свежий статус, как вы понимаете, требует свежих комментариев. То есть получить их у вас может не получиться так быстро. Поэтому я все-таки рекомендую вам менять статусы, ну, где-то раз в 3-4 дня, не чаще. Вот, этого будет достаточно. Лучше направьте свою энергию на комментирование других участников и приглашение новых друзей. Ну и еще раз, пятый пункт гласит, что не нужно никого никуда приглашать. В этом суть нашей методики. И только поэтому она работает, поскольку вы не приглашаете никого.
Многие начинают же делать что-то такое непонятное. Они начинают приглашать, им начинают закономерно отказывать. В общем-то, да, почему на любое приглашение, скорее всего, вы получите отказ, вы уже поняли. Вот. И люди думают, а что-то методика не работает. Я вроде бы как в социальной сети, я вроде бы как статус поставил, мне вроде бы как же прокомментировали. Я начал приглашать людей. Заходите, посмотрите мой статус, видите, как здесь все здорово, приходите ко мне в GoldLine. Да, им сразу же отказ. И вы еще удивляетесь, почему. Еще раз объясняю, да, еще раз, вот в заключительный на этот раз, то, что люди должны сами смотреть на ваш профиль, видеть в нем какие-то интересные для себя моменты, интригующие их, и после этого связываться. Чем больше таких людей будут просматривать ежедневно ваш профиль, тем эффективнее для вас будет работать методикой, тем больше приглашений вы получите. На этом я хочу завершить описание, перейти к ответам на ваши вопросы. Долго затянулось сегодня. Я попрошу по существу вопросы, не заваливайте меня какими-то тонкостями, типа того, а как прокомментировать фотографию, да? Я не специалист в социальных сетях, сразу скажу, детали я могу не знать. Лучше вы будете это все расписывать со своим спонсором, проговаривать на форуме и в командных чатах. Итак, про налоги в РФ. Павел, налоги в РФ гласят, что вы не должны платить налоги с средств, полученных от физических лиц в дар. Декларировать можете, да, но платить налоги вам не нужно с них. Так, если существует активный профиль в соцсети, целесообразно его использовать. Совершенно верно, Денис. Исключительно существующие профили вам и нужно использовать, поскольку это естественно. Любой заново созданный профиль, он, в общем-то, ну, что говорить, видно, что он создан заново, видно, что в нем отсутствуют какие-то длительные наработки, да, и поэтому вызывает он недоверие. Но поскольку профиль у вас будет уже существующий какое-то время, это лучше всегда. Когда будет включена система V1 регистрации, да. На этой неделе служба поддержки мне говорила, что они интеграцию планировали завершить, поэтому, в общем-то, в начале следующей недели я лично ожидаю, что у нас с вами появится уже эта система, и число оплат очень сильно возрастет, я думаю. Соответственно, и именные карты то же самое. Так, меня все еще не активировали. Игорь, ну, я вам здесь не помогу. Вы выясняете это все за службой поддержки с платежными шлюзами. Так. Человек, подписавшийся после меня, не может получить смс-код для оплаты кредиткой. Что делать? Лариса, используйте другой способ. LeakPay, сами знаете, не все страны пропускают, да? Кого-то не пропускают по смс-ке, кого-то карточку не пропускает. Купите пин-код, в конце концов, по карточке. Можете ко мне обратиться, если вам это нужно. Вот, хороший вопрос от Михаила. Меня часто спрашивают, знакомы ли мы и с какой целью вы добавились? Нужно ли отвечать? Несомненно, Михаил, конечно же, нужно отвечать. Все должно выглядеть очень естественно. Поэтому заранее решите для себя, что именно вы ответите. Но для чего вообще добавляются в друзья? Давайте спросим, да, сами себя. Ну, наверное, если человек интересен, если у вас есть общие знакомые какие-то, если познакомиться хотят, да, в конце концов. Ну, или если рекламу хотят какую-то всучить. Вот, последний метод мы с вами отклоняем, поэтому добавляться в друзья мы с вами должны по естественным целям. Познакомиться, что-то еще сделать, поэтому определите для себя вот этот вот ответ заранее. Я сейчас не буду вам импровизировать, вот, но отвечать, несомненно, нужно. Иначе человек не поймет, что вы вообще живой, и будет думать, что какую-то цель вы другую преследовали.
Почему вы не слышите конференцию? У меня есть несколько вариантов, почему это так. Возможно, у вас не включены наушники, возможно, динамики, возможно, еще какие-то неполадки, но все остальные слышат. Если... Ну, в принципе, что я вам отвечаю? Вы же меня не слышите. Так. Поскольку снимать с карты... Поскольку снимать с карты, чтобы не попасть под внимание инспекции по налогообложению. Ох, не могу ответить, Павел, на ваш вопрос. Я не специалист в уклонении от налогов. Когда ролик появится в YouTube? Я думаю, что сегодня я обработаю, если все получится, и на нашем форуме выложим. Сможете его в YouTube потом увидеть. Пригласитель не выходит на контакт. Ну и подумаешь, какое дело. Вот у вас 210 партнеров в комнате конференции. И, пожалуйста, взаимодействуйте с ними через форум. Найдите себе другого контактера. Все мы здесь команда. Не надо смотреть на вашего спонсора. Он вам ничем абсолютно не обязан. Вы должны сами себе спонсором быть. Так. Насчет конкуренции. Натыкаешься на всякие проекты. Полно плагиата. Есть ли достаточная мотивация, плюс компания других? Андрей, ну а что мы тут говорим? Зайдите на форум, прослушайте конференции. Если у вас есть сомнения в том, что система GoldLine лучше, чем какой-либо на нее плагиат, вы действительно сомневаетесь в этом? Ну... Я не думаю, что вообще есть какие-то поводы для сомнений. Все и так очевидно. Вот. Поднимите тему на форуме. Я думаю, нам наши партнеры столько плюсов доложат, да, что об этом просто сказано уже не один раз. Послушайте конференции. Так. Что делать тем людям, которые хотят и крадут клиента в комментариях? Что делать? Удаляйте их из друзей. Что делать? Блокируйте. Удаляйте их комментарии. В любом случае, командная работа, она же в итоге таким людям прекратит приносить плоды. Вот. Когда введут MasterCard OkPay? Это вы в OkPay, Артем. Спросите, когда его введут. Я, к сожалению, не владелец системы OkPay, не знаю. Про карточки GoldLine уже говорил. То, что я думаю, что на следующей неделе, как будет подключена система, будет и о карточках уже вопрос поднят. Если доходов еще нет, что, например, можно написать в профиле? Людмила, ну, очень просто. Вы, если сами еще ничего не заработали, ставьте в пример своего спонсора. И все. Спонсоры ваши уже по-любому заработали что-то, да? Причем не обязательно вашего непосредственного спонсора. Вы можете выбрать того, кого интересно процитировать. Можете сказать, что вы только начали, да, а вот ваши спонсоры заработали столько-то, и все. А что написать в профиле? Ну, опять же, импровизация. Не обязательно писать о том, что... Сколько вы должны заработать, да? Людей интересовать можно другим, а вам люди прокомментируют. Например, напишите: вступил сегодня в GoldLine, сомневаюсь, смогу ли заработать, да? И вам сразу же 20 комментариев тех, кто уже заработал, будут поддерживать вас о том, что сможете, да? В итоге вы сами уже напишите, что ой, и правда, вот он первый перевод. Это будет лучшим обсуждением для тех, кто его будет читать со стороны, поверьте. То есть вы должны вникнуть в мысли того человека, который вас читает, и понять, что он хочет здесь увидеть. Так, как работать с иноязычным контингентом, Юрий? Ну, как с ним работать? Берите и точно так же работайте, если знаете языки. А что с ним работать? Люди, они и есть люди. Сайт на разных языках есть, давайте ссылки. Писал несколько раз службу поддержки по проблемным вопросам, но никакого результата. Что делать? Андрей, я вам рекомендую
сменить email, с которого вы пишете, и написать еще раз. Может быть, вам просто ответа не доходит. На самом деле служба поддержки отвечает исправно, по крайней мере, я с ней общаюсь регулярно по email. Есть еще онлайн поддержка на сайте, туда обратитесь. Если доходов, так это я уже отвечал. Вот ответ, я есть в плагиатах, и они все хуже. Хотя на старте легче приглашать, но все проекты умирают в течение одного месяца, а ГЛ уже долго живет. Ну, совершенно верно, да. Наверное, здесь все очевидно, то, что Goldline – это проект на долгие годы, а все, что кроме, оно пшик, и все, да? То есть, если хотите потерять авторитет в глазах тех, кого приглашаете, можете бегать. Может, даже удастся заработать сотенку-другую долларов. Но разве ваша цель в этом? У всех с активацией в Украине проблемы. Да вы что? В Украине проблемы с активацией? Да первый раз слышу. Система LeakPay – идеальный способ для оплаты жителей Украины. Приват24 – простейший способ. Терминалы Приватбанка. Разве не Украина? По-моему, Украина. Вы что-то, по-моему, придумаете, Мавсар. Вот вам уже Валентина снизу отвечает, да, то, что приват-терминал это для Украины просто как в России киви-кошелек, наверное. Если есть проблемы, давайте обсудим их, пишите на форуме тему, да, мы ее обсудим с вами, найдем за и против, и все будет нормально. С какого возраста вступать в Goldline? 18 лет, да, в соглашении это написано. Так, проблемы есть с оплатой у того, кто, я думаю, не сталкивался с оплатами. Поэтому вот у своего спонсора поинтересуйтесь, и он вам подскажет. Или, правда, на форуме создавайте тему вот, специально для украинских оплат, и будете там обсуждать. Как с Украины платит, но проблем нету. Так, ну что, друзья, одна минута осталась, я закрываю чат и отвечаю на те вопросы, которые остались. У меня в Бурятии 2 часа ночи. Ага, да, и вам спасибо за присутствие, Александр. Активность следующей недели. Если мне 17, можно ли работать там, Евгений? Ну, Евгений, ну вы же сами понимаете, да, то что, конечно же, можно. Никто вас возраст спрашивать не будет, и система всего лишь навсего таким образом обезопасила себя от возможных претензий со стороны законодательства. Вот. А вы на свой страх и риск можете ее, так сказать, в кавычках, обмануть, да, и начать работать. Сколько ждать примерно оплаты с ваучера? Моментально, Илья. Моментально оплата с ваучера проходит. Моментально оплата с пин-кода проходит. Не надо ее ждать. Если вы ваучер купили на $55, то все нормально должно пройти. Участники, у которых я не числюсь в сертификате, отказываются в участии в комментариях. Евгений, ну это не очень умные участники, поверьте, да? Вот сегодняшняя конференция, она говорит о том, что командная работа должна строиться на бескорыстной поддержке. То есть мы преследуем достаточно общую цель – создание общественного мнения о системе Goldline. И если вы будете рядиться о том, есть ли вы в сертификате или нет, буду ставить комментарий, не буду, то поверьте, очень и очень скудный результат мы с вами получим. А вот если вы будете понимать ту цель, к которой мы идем общими усилиями, да, то
вам будет безразлично, есть человек в сертификате, нету, вы просто делаете общественное мнение. И точно так же можете дать эту конференцию послушать тем людям, которые не хотят. Хотя, я думаю, проще обратиться к другим. Они же сами себе плохо делают. Вы должны понимать, что когда вы комментируете других людей, даже тех, кто не стоит в вашем сертификате, вы рекламируете сами себя. В первую очередь сами себя рекламируете. Почему люди отказываются сами себя рекламировать? Ну, наверное, не от очень большого ума. Вот. В любом случае, ничего требовать вы не должны, никто вам ничего не должен, и просто найдите товарищей, которые вас поддержат, а их много. Так, ну да, можно на родителей. В течение какого периода вы лично заработали первые 100 тысяч долларов? В течение первой недели заработал Денис. А что тут сложного-то, да? Информация хорошая, и в завершении конференции, наверное, под ваш вопрос еще раз повторюсь то, с чего я начинал эту конференцию. То, что для того, чтобы стать миллионером в GoldLine, всего лишь что нужно делать, это приглашать. А приглашать это очень и очень легко. Да? Приглашать это не мешки ворочить, и почему бы не стать миллионером, приглашая. Ну, меня очень даже устраивает. А как вас, решайте сами. Ну что ж, на сегодня это все. Я надеюсь, эта методика у нас с вами начнет приносить еще большие плоды, поскольку в нее включаются новые и новые партнеры. Обязательно знакомьтесь с ней ваших приглашенных, ваших новичков. Ваши партнеры должны понимать, как легко и никого не приглашая, они смогут зарабатывать. И когда человек поймет, что здесь ему не нужно приглашать, а всего лишь нужно делать привычные ему вещи, а именно общаться в социальной сети, никого не приглашая. Поверьте, к вам просто выстроится толпа в очередь. Все, всем спасибо на сегодня. До свидания, всем огромных успехов. На следующей неделе новые конференции. До скорых встреч.